Когда я увидел тебя на раскопках, а потом в поезде, я знал, что мы встретимся в кафе. А самое главное, я знаю все, что ты скажешь, а ты знаешь все, что я скажу, еще до того, как мы заговорим. И я чувствую, что так и должно быть. Привет. Привет. Это когда ты знаешь, что должна что-то сделать, но при этом совершенно очевидно, что тебе это делать абсолютно бессмысленно. Я тебе говорила о нем. О его месте в моей жизни. Не мы это делаем. Это с нами просто происходит. Происходит.